Снести нельзя, зарегистрировать. Более 60 тысяч квадратных метров земли используют в Самаре не по назначению. Речь идет об участке в границах Старозагоры и Московского шоссе. Здесь по документам можно только огород разводить. Но расцветает здесь не сад, а торговля. Незаконная. Налоги платят не все. Городской бюджет страдает. По результатам указанных рейдовых осмотров земельных участков информация об отсутствии правоустанавливающей или разрешительной документации на объект капитального строительства и пакета документов, подтверждающих признаки самовольной постройки, все были направлены в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара. По словам представителей надзорных органов, теперь, когда все выяснилось, владельцы нелегальных объектов будут вынуждены либо зарегистрировать их, либо снести. Три положительных решения о сносе вынес районный суд Кировского района, и два решения положительных о сносе вынес арбитражный суд. В рассмотрении находится у нас 38 дел. Более подробно эту ситуацию обсудят на совещании с участием представителей городских властей, Росреестра и налоговой службы. По закону торговые объекты, в зависимости от того, как они будут оформлены, могут облагаться налогами от 0,5% до 2%. В денежном эквиваленте это более 20 миллионов рублей. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, «События».